Арчанка Надежда Ушакова отмечает юбилей. В июле ей исполнилось 90 лет. В праздник в доме юбилярши собрались все родственники. Надежда Егоровна родилась в 1932 году в Киргизии. О своей жизни наша героиня не может рассказывать без слез. Ведь она пережила распад страны, землетрясение в Киргизии и страшные годы Великой Отечественной войны. Мы остались 5 человек, 5. И мы голодные были всю войну. Училась я, 4 класса кончила во время войны. Вот 41, 42, 43, 44, 45 году я окончила 4 класса. Пошла в 5 класс, больше обувать нечего. Нечего обувать, мы мне ботинки давали на деревянном ходу. А потом ничего не стали давать. Давали мне кофту, там давали что, потому что мы без отца остались. Пережили мы плохо войну. А после войны, вот видите, сколько еще горя. В 32 года Надежда потеряла первого мужа и осталась одна с 2 детьми на руках. Через несколько лет встретила Александра Ивановича, который приехал работать из Орска в Киргизию. Я работала в гостинице, а он приехал. Он приехал туда. Я захожу, говорю, а я этого мужика сегодня во сне видала. В окошко мне залез. Вот Бог послал, наверное. Вот, и вот живем. И пришел, можно посмотреть, где ты живешь. Привела его, и вот так мы познакомились. 30 лет Надежда и Александр прожили в Киргизии. К тому времени у них уже было 5 детей. Владимир, Любовь, Светлана, Татьяна и Игорь. В 1994 году из-за распада СССР Александр предложил Надежде переехать в Орск, к брату. Первые годы было нелегко, но благодаря любви друг к другу семья смогла справиться со всеми сложностями. В Орск приехали, что, на голую кочку. Вот где мы сейчас живем, вот эти огороды, вот это вот 1, 2, 3, вот 5 домов. Вот что, дорога, вот сейчас дорога есть? Вот такое и мы... все было подсыпано. И тут вот трава не росла. Мы приехали, начали строить, начали озеленять. И вот неплохо озеленили. И даже вот эти все соседи, которые многие начали тоже деревья сажать, а то не было. Вот таким образом. И вот смотрите. Вон березку, какую мы вырастили. Вот еще растет одна, вон там еще растет. Несмотря на преклонный возраст, пара продолжает вести активный образ жизни. Летом они любят ездить на речку и плавать, а также занимаются огородом. Зимой часто собираются всей семьей, чтобы провести время вместе. Помимо этого, Надежда Егоровна радует домашних песнями, которые она так любит петь. Даюсь обиды ссор, в речке в обида канет, в небе любви такой простор, сердце мое не камень. Кстати, 18 сентября и Александр Иванович отметит юбилей. Ему тоже исполнится 90 лет. Поздравляем наших юбиляров и желаем им долгих лет активной и счастливой жизни. Анастасия Тимофеева, Игорь Платонов, служба информации ТРК «Евразия».